Итак, протопай позволяет отправлять команды из одного прототипа в другой, но зачем? Это дает тебе возможность прототипировать IoT-решения или показать взаимодействие в контексте использования двух устройств. Ну, например, если надо спрототипировать чат, нотификации, взаимодействие между разными платформами или типами устройств. Для этого ты уже спроектировал простую отправку команды из одного прототипа в другой и обратно. Но теперь этот другой прототип надо сделать. Для этого создай новый документ и импортируй файл IoT полностью. Вот он, этот файл, это скетч, это протопай. Импортируем весь экран, всю структуру и масштабирование коэффициент, собственно, единица. Импорт происходит какое-то продолжительное время. Итак, импорт очень долго, собственно, длился, и я этот кусок обрезал. Ничего, в принципе, ты не потерял. Продолжаем прототипировать. Создаешь контейнер размером с эту область, кладешь под шапку, кладешь весь этот контент внутрь этого контейнера, добавляешь scroll и, собственно, скрываешь clip sublayers чекбоксом. Следующий шаг – это взять вот этот бейдж, поставить опорную точку в левый нижний угол и повернуть на 90 градусов и убрать opacity. Следующий шаг – это продолжение этого урока с плохим импортом графики. Оборачиваешь, собственно, эту картинку нотификации в контейнер и внутрь кидаешь прямоугольник приблизительно по размеру с эту кнопку и отключаешь заливку. В принципе, все готово, только еще осталось убрать это вниз. Дальше. Команду, которую ты отправлял с предыдущего прототипа, надо как-то принимать. И это отклик, точнее, триггер receive. Дальше в каналах указываешь Protopie Studio, потому что мы принимаем команды с разных прототипов, а не в рамках одной сцены. И команда, которую ты отправлял, это rig token. Соответственно, после ее принятия сюда будет что-то происходить. Далее нужно что-то отправить взамен на тот прототип в мобильник. Это trigger tap на эту кнопку. Дальше отклик send в рамках, собственно, Protopie Studio. Сообщение, которое ты тогда в мобиле принимал, это токен со значением. Собственно, к этому сообщению мы добавляем какое-то значение 7535. Никаких задержек и повторений ничего не будет. Теперь нужно просто анимировать. Во-первых, выделить этот контейнер, анимировать под данным откликом. Это будет отклик move и отклик opacity, соответственно, со значением 100. Opacity изначально нужно убрать. И теперь возвращаемся к этому бейджу. Добавлять вращение нужно и opacity, собственно, на сотню и на 90. Это, в принципе, все, что нужно в качестве анимации. Теперь в обратном порядке, когда мы нажимаем отправить, нужно это все убрать. Берем значение 758, это изначально, которое стоит, и все убираем по opacity в 0. И поворачиваем в обратную сторону нотификацию. Прототип готов, теперь нужно оттестировать. Я запустил скринкаст через QuickTime на своем телефоне. Теперь я запущу прототип, точнее, включу модалку. Вышла у меня нотификация, появился этот бейджик. Я отправляю ответную команду, появилась смс-ка, я заполняю. Input, собственно, заполнился тем значением, которое я отправил. Пропала клавиатура. Мне остается только нажать, собственно говоря, на Sync My Data кнопку. Вот и все. Прототип готов. Увидимся в следующем уроке.